Всем добрый вечер. Очень здорово, что сегодня так много людей. И я очень рад, конечно, что я имею возможность поздравить, пожалуй, мой любимейший в Москве рекорд-лейбл «Геометрия». Это вообще, конечно, уникальная компания, которая занимается по-настоящему, я не побоюсь этого слова, подвижнической деятельностью. Потому что и Павел, и Вадим, и вся команда, конечно, это уникальные люди, которые, собственно, издают те группы, которые замечательные современные группы, на которые другие не обращают внимания. Например, сегодня будет выступать вот такая группа «Контора кукол». Вот, обратите внимание, отличнейшая. Вот, и, собственно, «Геометрия» занимается переизданием легендарных записей золотого периода нашей музыки. Ведь дело в том, что приходят все время новые и новые поколения. Слушатель все молодеет, и многие уже не знают никого там, кроме Цоя с Гребенщикова. Вот, например, сегодня «Геометрия» выпустила записи, совершенно знаменитые записи телевизора. Это «Отечество иллюзий» и «Музыка для мертвых». Кстати, просто любимейшая моя группа была в конце 80-х годов. И вы знаете, конечно, я еще должен сказать, что вот когда моя программа «Родная речь» переживала трудные дни, именно «Геометрия» меня поддержала в этот период, за что я им, конечно, очень благодарен. И от чистого сердца я хочу сегодня поздравить их с десятилетним юбилеем и пожелать им, конечно, чтобы их энтузиазм и силы не иссякали. Поздравляю! Спасибо!